СМИ. 20 стран ЕС готовятся к высылке дипломатов РФ. В высылке российских дипломатов могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания. До 20 европейских стран готовится выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет британская газета Times. Отмечается, что подобный шаг страны намерены начать в понедельник, 26 марта, с отзыва на 4 недели посла России в ЕС Маркуса Эдерера. В частности, согласно изданию, которая не указывает свой источник информации, в скоординированной серии высылок могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания. Напомним, ранее на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в России. В Москве отреагировали на отзыв посла ЕС. Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.